ярким пламенем горит дорогостоящий деликатес. 200 килограммов просроченного моллюска могли оказаться на столе приморцев, если бы их вовремя не обнаружили на одном из рыбоперерабатывающих цехов. На мешках с мясом спизулы отсутствовала маркировка, никаких указаний срока годности и документов, которые подтверждают его безопасность. При осмотре места хранения продукция, которая предназначена для поступления в переработку, было обнаружено 10 мешков с мясом спизулы, при внешнем осмотре которого сразу было видно, что оно уже пришло в негодность, является недоброкачественным и, соответственно, опасным для здоровья потребителей. В том, что моллюск предназначался для продажи, в цехе, конечно, не признались. Да и ни один покупатель такое мясо не купит. Пропавший морепродукт выдает ярко выраженный запах. Но недобросовестные производители и его могут скрыть. К их услугам различные приправы, соль, перец или уксус. Испорченные морепродукты на вид и запах ничем от свежих не отличаются. Разницу заметит лишь ваш желудок. Кстати, злополучный цех проверяют не впервые. В прошлый раз сотрудники Россельхознадзора выявили сразу несколько нарушений. В этом году только одно. Правда, наказание это не отменяет. Всю продукцию уничтожили, а в отношении владельца деликатеса принято решение о возбуждении административного производства. Наталья Ладудько, Вячеслав Петров, Андрей Макаров. Новости на восьмом.